Егор Дмитриевич Лазовский, кандидат технических наук, заместитель декана инженерно-строительного факультета. Основные научные результаты получены в 2014 году. Защитил кандидатскую диссертацию. Стал победителем конкурса Новополоцкого горисполкома в номинации «Молодежь. Инновации. Научная деятельность». Активно участвует в хоздоговорной деятельности с предприятиями, организациями в области обследования строительных конструкций. Реконструкция существующих зданий, сооружений, то есть восстановление несуществоспособности строительных конструкций, усиление строительных конструкций при необходимости. Мне кажется, молодой ученый должен быть целеустремленным, но и он должен видеть смысл в своей работе. То есть не просто работа ради работы, а видеть какое-то ей применение. Игорь Владимирович Магалинский, кандидат исторических наук, декан факультета по работе с иностранными студентами. Основные научные результаты получены в 2014 году. Получил стипендию президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2015 год. Является исполнителем двух госбюджетных научно-исследовательских работ, финансируемых Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований. Принимал участие в коллективной монографии. Два раздела. Я занимаюсь изучением ювелирного ремесла средневекового Полоцка и Полоцкой земли. Кроме всего прочего, молодому ученому нужно иметь такие качества, как энтузиазм и настойчивость, которые позволят ему добиться успеха, добиться реализации своих научных идей. Владимир Евгеньевич Овсейчик, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой архитектуры. Основные научные результаты получены в 2014 году. Является исполнителем госбюджетной научно-исследовательской работы, финансируемой Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований госбюджетной научно-исследовательской работы. Принимал участие в рецензировании трех научных статей. Занимаюсь изучением белорусской традиционной культуры. Значимость для меня номинации – это в первую очередь признание этнографической школы и заслуги в Полоцком университете. Какими качествами должен обладать современный ученый? Ну, наверное, любознательность и тяга к самосовершенствованию.